Когда я впервые увидела это оборудование, я на самом деле удивилась, потому что стоматологический кабинет, привычно мое восприятие, он преобразился. Здесь появился не только зубоврачебный аппарат, да, который мы привыкли видеть и которого мы привыкли бояться, но также здесь появился какой-то аппарат по изготовлению, вытачиванию коронок из керамических блоков, сканер. То есть совершенно уже новый уровень оборудования. То есть ты уже себя чувствуешь действительно уже в какой-то новой эпохе стоматологии, в новом уже каком-то веке. И это вызывает намного больше доверия у меня, потому что я человек, который любит новые технологии, который человек-новатор, и я очень все это ценю, поэтому для меня такое преображение стоматологического кабинета пошло только на пользу и только благоприятно, производит благоприятное впечатление. Для других пациентов, которые также выбирают протезирование, я бы посоветовала обратиться и принять к сведению оборудование ЦЕРК, потому что самое важное – это то, что это быстро. Соответственно, вам не придется два раза делать наркоз, вам не придется два раза ходить к стоматологу, вы все можете сделать за один раз и тем самым минимизировать те самые неприятные ощущения, которые все так боятся получать у стоматолога.